И в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, Айзек. Финтит. Кубинца. И прошел этот бой красиво. На, пожалуй, одну из редких. Это когда ему нужна пауза. Здорово. О защите, если у первых секунд. Дмитрий попал, особенно вот по печени. Финтов не подходить. Это хорошо, быстро. Не пришел в себя на 100%. Плотно, но попал. Попал в Бивол. Успокоил себя. И опять через руку. Протяни, потесни. Поединок для себя. Рано или поздно их встреча состоится. И зрителям, и судьям. Что... Да. Не чини то, что работает. Атаки, что ему, может быть, не так свойственно. Не тот случай. Скорее здесь. Что соперник плюс Геннадий Машьянов, тренер Дмитрия Бивола. Ну и Дмитрий, кстати, славится тем, что свой... Вот это его бокс. Двойка. Отлично отбивала еще раз. Лемба пытается ответить реваншир. Меньше бы получалось. Как здорово после своей атаки Дмитрий. Этот поединок чуть более открыто. Здорово слева. Челемба ответил точно в цель. Точно в подбородок. Лемба наносил. Айзека Челембу. Подуспокоились. Вязать сопернику. Силовых ударов. К тому, чтобы быть забитым. Сейчас он начнет еще сильнее поддавливать. Опять Рибивол. Усыпляет бдительность. И она держит соперника в напряжении. До соперника. Потом справа добавляет по корпусу. Единичные эпизоды. Но, правда, сейчас... взгляд у него стал более... Бивола против... Но... И Бивол показал, что в таких... Доказал это на уже на высоком уровне. Вот он удар. Машьянов теперь попросил Бивола. Нужно вот та манера, в которой действовал Бивол, она была как некой... Удобность. Да. Опасом. А вот что касается Челем... Еще не считаем, он идет. Ох, как хорошо. Пропускать. Да, все-таки здесь... ну и угроза еще, которая исходит от... Но Бивол, да, в целом по динамике... Бивол очень много. Три. Попадает у Челембы очень много. Бивол принял без особых проб. Да, поединок довольно активно, зрелищно. И потряс Бивол свой. Уже на карточках этот бой не выиграть. Он проигрывает, конечно, и подавно. Восьми и, ну, может, в целом уступает. Но... Нимых вердиктов. Бывало. Мы становились свидетелями. Хорошее было попадание от Бивола левым с грисфинт. И снова, как показалось, и всего боя испытывает те же проблемы, что и Мурат Гасиев. Дмитрий Бивол, который очередную успешную серию проводит, не может подстроиться. Потому что Бивол, постоянно перемещаясь, абсолютно без боксерского интеллекта, Айз Джонс, судя по его довольно вялым устам. И так, как ожидали, не будет. Все-таки поражение, оно от Айзека Кучелембе, ну, ары, но если ты... такая не нужна, потому что резкости лишился врасплох. Но с другой стороны... Ну, ну и, да. Кстати, тот... Ну вот, видимо, все-таки... Уже... пытается нокаутировать, но... Минута до конца поединка, откровенной драки, меньше удовольствия получить. Но так или иначе, в конечном итоге победа есть победа.